Шериф в воскресенье разгромил Флорешт в чемпионате Молдавии 4-0. Матч прошел в Бендерах. До конца первой половины чемпионата осталось 2 тура. Впереди пауза из-за игр национальных сборных. Игра проходила на размокшем от дождя поле. Мяч застревал в лужах, газон разлетался на куски. Комбинировать на таком поле сложно, сказали тренеры. Но это не помешало Шерифу крупно победить. Мы без травм, без ничего прошли этот тяжелый цикл. 21 день, 7 игр. Видно было, что первый тайм нам был опять тяжело. Тяжело, но молодцы, что на этом тяжелом поле разбегались. Концентрация была до последних минут и добились результата. Но можно однозначно сказать, работы еще у нас очень много впереди предстоит. Спокойно уйдем на эту паузу, немножко отдохнем. Анкия открыл счет в концовке первого тайма. После перерыва Шериф получил право на пенальти. Вратарь Флорешт отбил удар Рикардиньо, но бразилец был первым на добивании. Затем красивый мяч забил Мамуни, в последнее время игравший за дублеров. Окончательный счет установил Талал после того, как Шериф получил право еще на один пенальти. В чемпионате Молдавии двухнедельная пауза. Шериф на нее ушел лидером суперлиги. Ближайшие преследователи Милсами и Зимбру отстают на 6 очков.